Стамбул, 1974 год. Алло, Кинан? Я думал, ты не ответишь. Когда это я не отвечала? Я уже 4 месяца убегаю ночью со сцены. Не сердись. Если бы не ты, я бы здесь сошел с ума, Сальма. Ты в порядке? Я очень соскучился по тебе. Хорошо. Мне пора идти. Погоди, останься еще ненадолго. Здесь очень холодно. Я никого не знаю, не выхожу из дома. Я здесь сойду с ума, Сальма. Но полиция стала приходить реже. Потерпи еще немного. Ты тоже соскучилась по мне? Разумеется. Но мне пора идти. Насколько? Очень. Что очень? Очень скучаю. Я тоже очень скучаю по тебе. Расскажи мне, как там у вас? Что происходит? А ты как думаешь? Как всегда. В казино полно народу. Ну как, Рамис Бей, вам понравилось? Идем. Идем, садись сюда. Сегодня я танцевала ради вас. И музыку сама выбирала. Я рада, что вам понравилось. Спасибо. Я закончила. Мы же собирались прогуляться. Мы опаздываем. Я передумал. Никуда не пойду. Садись. Давай, и ты выпей. Что ты вытворяешь у всех на глазах? Не твое дело. Иди к своей танцовщице. Ревнуешь? С какой стати? Я не обязан ждать, пока ты наговоришься по телефону. Это был Кинан, понятно? Кинан! Кинан, Кинан! Надоело, столько месяцев твердишь, Кинан! Я ошибалась в тебе. Выйди вон! Осторожно, перед тобой не Кинан. Я заметила. Ведь Кинан не такой, как ты. И какой же я? Ты грубый. И вульгарный. Ты же главарь? Все тебя боятся? Конечно, боятся. Вот так. Ты наглый, без стыда и совести. Ты не можешь получить все, что захочешь, понятно? Могу. Не можешь. В тебе только грубая сила. Ты не можешь, понятно? У тебя нет совести. Ты не сможешь. Не можешь получить все, что захочешь. Ты дикарь, дикарь, ты дикарь, дикарь.